Вітаю вас на 9-му каналі. На продовження актуальне інтерв'ю у нашій студії Ілона Коваленка, турагентка, та Юрій Пасічник, туристичний консультант. Отже, ми вам вітання. Добрий день. Добрий день. Липень, літо, скажімо так, пора відпочинку, але маємо 2020-й, 20-й вніс свої корективи у відпочинок майже кожного громадянина землі. Але будемо більше розмовляти про українців. Отже, днями 17 українців, які летіли до Афін, затримали і не впустили до країни. Чому так сталося? Потому что у нас нету еще соглашения и разрешения для граждан Украины на прилет в Грецию. Мы под запретом у них, мы как бы в красной зоне. Могут летать только дипломаты, могут летать иностранцы, проживающие в Украине, или же граждане Украины с видом на жительство или с рабочей визой. Об этом мы можем увидеть все это на официальном сайте МОЗ. Информации предостаточно. Это было решение как бы самих уже этих людей, которые полетели. На свой рызык. Конечно, но в то же время я считаю, что произошла такая маленькая нелепая ошибка, потому что в аэропорту, откуда они вылетали, Борисполь или Жулиан, они их выпустили. Они прошли паспортный контроль, они сели на борт и они улетели. А хто мав би попередити? Ви ж розумієте, що в аеропорту їм должны, в Русі, вони должны були випускати, тому що їм не можна. У них ні документа, должны були проверити. Міграційна служба України. Тобто така неузгодженість, і ніхто не застрахований, сівши в Борисполі, чи в Дніпрі, чи у Кривому Розі, прилетіти в іншу державу, а тобі скажуть, бери м'яч, йди далі. Да. Ми раді вас бачити, але не зараз. Добре. Як взагалі-то коронавірус вплинув на туристичний бізнес у світі? Скажімо так, загально. Вплинув з нехорошої сторони. Пострадали абсолютно всі. Починаючи від турагентів, від турагентств, закінчуючи туроператорами, готельні бізнеси, курортні міста. В общем, всі залишились без туристів. Начиная от банальных Египет, Турция, как обычно, начинается у нас в апреле, началась с 1 июля, и то по чуть-чуть, по одному вылету в день. Перспективы поговорим трошки пізніше. Да. Добре, щодо України, як туристичний бізнес, скажімо так, на теренах нашої держави? На фоні глобального спаду в мировом туризме туротрасль первая пострадала и, наверное, наиболее сильно. Украинский туризм, слава богу, живет, потому что те туристы, которые хотят полететь за границу и не имеют такой возможности по причине закрытости многих стран, сейчас отдыхают в Украине. Это хороший прецедент для развития украинского туризма. И очень рад, что наконец-то и наше государство начало уделять внимание объектам украинского туризма, и менеджеры начали переключаться на украинский туризм, потому что раньше мало кто занимался по причинам профессиональным внутренним туризмом. То я считаю, украинский туризм сейчас получил такой карт-бланш для сумасшедшего развития. Смотрите, украинский туризм действительно получил карт-бланш, но вкладывать деньги в эту структуру, в отдых в Украине не хотят. Вытягивать хотят с удовольствием. То есть цены космические. Иногда проще улететь там за несколько тысяч километров и отдохнуть дешевле, чем приехать в Одесскую область. Почему так? Наглеют? Изначально есть туристы, которые любят отдыхать за границей, есть туристы, которые любят отдыхать в Украине. Это было всегда. Сейчас ситуация приблизительно такая же, то есть есть отложенный спрос тех, которые привыкли к Турциям и Египтам, да, и на самом деле это дешевле, если мы посчитаем пакетный тур с проживанием, с перелетом, с питанием, чем отдыхать здесь у нас в Украине. Те, кто изначально и раньше любил отдыхать в Украине, они, собственно говоря, также бронируются и отдыхают. Другое дело, что в связи с невозможностью улететь, увеличилось количество клиентов для внутреннего туризма. И, соответственно, этим могут воспользоваться владельцы объектов туристических в Украине.
изначально цены всегда были высокие, в этом году они могут быть еще выше. То есть сейчас, насколько я смотрел, цены не сильно выросли, но тем не менее есть прецедент, что если спрос еще увеличится, да, потому что, как сказала Илона, у нас некоторые страны, которые уже открылись, они переходят в красную зону, и, может быть, даже мы не сможем летать и в эти страны. Поэтому в любом случае люди должны отдыхать, хотят отдыхать, без этого невозможно. Они будут ехать в Украину, спрос будет превосходить предложение, цена будет расти. Но есть и хорошие новости. Так как мы профессионально занимаемся в основном зарубежным туризмом, мы сейчас переключаемся на внутренний туризм и делаем пакетные туры по цене обычного, то есть цена суток пребывания в хороших отелях Украины. Мы такой тур делаем на неделю за эти деньги, то есть порядка 3000 гривен на человека, с проездом комфортабельным автобусом из Днепра, с проживанием в хорошем отеле хорошего европейского уровня. И я вам скажу, что это хороший прецедент, потому что собственники объектов некоторых, особенно если эти собственники, скажем так, не хотят сейчас урвать, да, а дальше после меня хоть потоп, да, то есть дальновидные, они идут навстречу, и они нам делают цены дешевле, нежели человек будет напрямую обращаться. В частности, у нас есть хороший контракт с отельерами, у которых не один отель, и не только в Украине. Поэтому это плюс, я считаю. Тем более, есть чем заниматься работникам туризма и учиться внутреннему туризму. Повертаючись до закордонних туристичних подорожів, ті, хто такі вирушили, куди саме і що кажуть, телефонують, як їх там зустріли, чи є шанс повернутися додому, а не так, як мій приятель, який полетів і 3 місяці був за кордоном, їхав так, що каже, забув слово «за кордон», забув для себе на багато років. Отже. Сейчас наші туристи можуть летіти в Турцію. В Турцию мы прилетаем по прилету, мы не делаем ни тесты, нет никакой обсервации. И также обратно, когда мы прилетаем, мы в Украине не должны делать ни тест, ни обсервацию. Но это на сегодняшний момент, так как меняется все со скоростью звука. Египет. В Египет мы тоже прилетаем без обсервации, никаких тестов. Но так как в Украине Египет в красной зоне на данный момент, то наши туристы по возврату должны или же 14 дней обсервации, или же сделать тест и предоставить его потом, который, если будет негативный, тогда его снимают с обсервации, и все хорошо. Албания. Албания начала лететь раньше, чем 1 июля. Первый самолет полетел 26 июня. Это был праздник, большой праздник для туризма в этом году. Да. Уже полетели уже несколько самолетов. Вот туристы буквально вот на днях улетели опять в Албанию. Но вчера все поменялось, и теперь по возврату. Так как Албания стала со вчерашнего дня в красной зоне. 2 тижні обсервация. Да, или же тест. Да, Хорватия. Хорватия у нас тоже туда и обратно без обсервации. И Черногория. Черногория до вчерашнего дня требовала по прилету негативный тест на COVID-19. Со вчерашнего дня они эти тесты отменили. Это вот эти вот одни только страны, которые мы можем летать без препятствий. Якщо говорити про саме тест, яка, скажімо так, вирогідність того, що ну, тест показав, а людина там не захворіла, наприклад, і не привезла заразу либо туда, либо туда, і після цього вже там не красна, а я не знаю, але там полоса. Ми як медик медику скажемо. Да? Да, за тести йде теж сплошной у нас зараз каламбур, тому що коли вот нам сказали офіційно, да, вот государство прийняло таке вот постановлення, да, що от можна вмісто обсервації зробити тест. Який вид тест? Это как его делать? Как? Где его делать? Куда его делать? Какая стоимость? С кем договориться, стоимость? Чтобы тест был нормальный? И теперь у турагентов возможно. Появилась новая сфера услуг. Предоставить туристу, который перед тем, как улететь, где сделать тест, где подешевле, какой вообще он нужен. Уже пошли вот эти вот споры, потому что мы сами не можем понять, какие. Вот сегодня вечером прилетает борт из Хургады в Киев. Вот мы ждем, как это все будет происходить. А если говорить про вартість теста, це яка? Так как мы вот узнавали по последним, ну, тоже ж оно зависит от города, от регионов, начиная от 600 гривен.
что это плюс, смотря какие плюс это до 2,5 тысяч. Ну, которые по 600, по 700 гривен, это те тесты, которые показывают на антитела. А они по логике не подходят, потому что антитела — это как бы чуть-чуть не то. Если говорить о страховках, насколько выросла цена удовольствия? То есть, ну, понятно, рискуют все. Страховики рискуют дополнительно. И прописана ли в страховке ситуация, но не выпускают? Кто кормит 3 месяца, если, не дай бог, остался? Да, туроператоры об этом уже позаботились перед тем, как начать сезон 2020. Они уже внесли именно в пакетные туры страховку от COVID-19. Она есть А и Б. То есть страховка вида А – это турист. Если вдруг выявится на отдыхе, что у него случился вирус, получилось так, то его направляют в местную больницу. За счет государства, ну или за счет страховой, его там лечат. Он находится там 14 дней, но это еще пока под вопросом, сколько именно дней он будет находиться. Но страховая не оплачивает ему обратный перелет. И страховка, которая категории Б, в том же случае тоже, как если там у туриста обнаружится COVID-19, уже подтвержденный там по тестам, по анализам, он находится в отеле. Отель по протоколам, по сертификации, которые они проходили перед открытием, обязаны выделить определенный корпус. Он находится где-то как, ну, вдали, отдельно от всех отдыхающих. И вот этот вот турист находится в этом корпусе. У него тоже все all-inclusive, только все приносят уже сервис в номер. Он находится до конца отдыха в отеле, в этом корпусе, и страховая ему оплачивает обратный билет. То есть там уже как на усмотрение уже, наверное, будет как туроператоров, когда он будет возвращаться. Со всеми туристами, не со всеми. Как показала нам практика в марте месяце, когда это все началось, то туристы, которые были с подозрениями, понятно, тогда еще не было ни тестов, ничего, они все летели все вместе. Поэтому как оно будет на практике? Ну вот вы, люди туристического бизнеса, скажем так, да, вот вы подозревали, что, ну вот, такая беда постучится, да, что, ну, банкротятся все или практически все, то есть только очень крупные, те, кто стояли на ногах, падают на колени, но пытаются подняться, а те, кто изначально был, скажем так, нестабилен, сейчас, ну, в принципе, на уровне разорения. Ну, смотрите, если мы говорим за туроператоров, это те, которые, да, вот мы у них купаем туры, как, да, турагентство, да, вот мы у них берем туры. Если не секрет, какая маржа вот между туроператором и вот такими людьми, которые занимаются ну, смотрите, в процентном содержании? Ну, можно не говорить цифры, в процентном содержании. Ну, сколько, ну, не секрет, ну, в среднем 10%. Да, 10%. Да. Так, продолжаем. Да. Туроператор нам готовит уже пакет тур определенный, и турагент вот у него берет. И мы его отдаем туристу. То есть мы посредники, которые получаем за это процент. Так. В принципе, по логике, все нюансы, которые случаются, это все касается именно туроператора, потому что мы не знаем время вылета, когда поменяется, когда это не наши нюансы, это не наши проблемы. Но, как показала практика за последние лет 5, этим всем занимаются именно только турагенты. Смотрят, мониторят и все остальное. По поводу банкротств, ни один туроператор на украинском рынке за вот эти вот 3,5 месяца нашего карантина не обанкротился. Не обанкротился. Да, ни одна авиакомпания, слухов было много и по авиакомпаниям, и по туроператорам, но все стойко выдержали этот процесс. Конечно, если, не дай бог, будут там еще какие-то волны, вспышки, очередные карантины, там уже неизвестно, как оно будет, но на данном этапе все как работало, так и работает. В штат. То есть люди, сокращение, сокращение, конечно, происходило. Происходило. Да, да, и очень масштабные, и, как на удивление, даже вот таких вот громких туроператоров произошло большое сокращение. Ну, неудивительно, персонал. Они минимизировали свои расходы, то есть подсократили персонал,
Может быть, какие-то офисы закрыли, да, или же переехали в более дешевые офисы. Ну и деньги туристам за неиспользованные туры не возвращались. То есть они, в принципе, не должны обанкротиться, потому что деньги сейчас саккумулированы или у оператора, или же, может быть, по договоренности с отелями, да, потому что туроператоры частично имеют свои туристические объекты, они, собственно говоря, тоже посредники, да, между нами, турагентами, и объектами туризма, да, авиакомпаниями, отелями, да, и так далее, перевозчиками. Добре. Поэтому якщо надіємося на лучше. Якщо підсумовувати, скажімо, нашу розмову, і маємо те, що маємо, так, да? 2020, липень, відпочивати потрібно, але як це зробити безпечно? Ну, принаймні, чи слід все ж таки, і ну, дешево це взагалі дуже приємна річ, але ми ж, да, але в першу чергу без ризиків, все ж таки, чи слід їхати за кордон, чи залишатися в межах держави, ваша порада? Ну, якщо ми говоримо за заграницю, за в даний момент там Турція, Єгипет, Албанія, да, от, і як ось зараз відбувається відпочинок, ми з туристами, з нашими на зв'язі ежедневно. В отелях безопасно. Все нормы, все стерилизации, все антисептики, все есть. Дезинфекцию проводят на день по несколько раз. Начиная от шезлонгов, номера, рестораны, в общем, все контактные поверхности. То есть отдыхать безопасно. Просто что, как сам турист будет себя вести на отдыхе? Будет ли он придерживаться то, что по протоколу указано, то есть та же дистанция, потому что вот как показало, вот, что вот происходило, например, вот вчера при заселении в один из отелей, люди не хотят слушать. Им говорят, что вот на ресепшн надо подходить по два человека, а остальные подождите, мы не хотим, мы не будем, мы это идем. Это наша ментальность. Да. Да. Достаточно, конечно, никуда не ехать, просто зайти в любой магазин. Да, и, ну, и понять. В принципе, и все мы видим, как происходит. Люди не хотят слышать, они думают, что если они сейчас не подойдут, они не получат номер. То есть отели и так идут на большие, на огромные уступки. Отели должны сейчас работать только на 50%, не на 100%. Заселяют сразу по прилету, а не как было раньше, с 2 часов. Выселение тоже происходит под вылет. Если вечером вылет, будут выселять вечером. Не надо выселяться в 12 часов дня, чтобы они не были кучами на ресепшене. Лишних блуждений, да, блужданий. Все им делают. Столики в ресторанах расставили над расстоянием там, 2-3 метра. Пожалуйста, только делайте то, что мы просим. Люди не хотят слушать. В нашій розмові ставимо 3 крапки. Сподіваємось, що пандемія відступатиме все ж таки. Не лише в Україні, а й в світі. Ну, а якщо ні, ну, будемо відпочивати на дачних ділянках. Дякую, що знайшли змогу, завітали до нас. Дякую за розмову. Нагадаю, у нашій студії були Ілона Коваленка, турагентка, та Юрій Пасічник, туристичний консультант. До побачення, пильнуйте себе, нехай щастить.